9 января в селении Гемры Унсукульского района Дагестана началась очередная контртеррористическая операция. К населенному пункту была стянута военная техника. Вместе с местными полицейскими в операции участвуют силовики из Чечни. Точное количество участников спецоперации неизвестно. В окрестностях Гемры разбит палаточный городок. Фото и видеосъемка категорически запрещены. Периодически отдельные части населенного пункта полностью блокируются, и там начинаются адресные проверки и обыски. Задержанных забирают во временный штаб, где их фотографируют и снимают у них отпечатки пальцев. Местные жители недовольны поведением силовиков, нередко дело доходит до прямых конфликтов. Уже есть первые пострадавшие. Родители боятся выпускать своих детей на улицу, поэтому они целыми днями сидят дома. Школьники вынуждены пропускать занятия. Везде ОМОН. Они уже избили школьников, поэтому родители нас не пускают в школу. 14 января жители собрались на митинг. Всего в мероприятии участвовало около 1000 человек. Нас вроде бы идет контртеррористическая операция. В 2007 году подобное мероприятие нанесло односельчанам огромный ущерб. Были срублены плодовые деревья, растоптаны поля, остался неубранным урожай. Происходили конфликты разного характера. Обыски проводились с грубейшими нарушениями закона. Никто нам тогда не помог, власть на наши просьбы тоже внимания не обратила. Чтобы сегодня не повторилось то, что было тогда, мы требуем, чтобы соблюдались наши конституционные права. Если это невозможно, пусть объяснят нам, в чем дело. Участники митинга рассказывали о том, какими методами проводятся проверки и обыски. Звучали претензии в адрес и местной власти, и руководителей силовых структур. Завершился митинг решением обратиться за помощью к руководству Дагестана и России. В конце митинга пришло известие, что руководители силовых структур готовы к встрече с жителями. Договорились, что если какие будут ущемления со стороны силовиков граждан села, что они с нами будут держать связь и примут сведения и примут меры. А когда и насколько это КТО продлится, обещали своему руководству, свое руководство уточнить, завтра к 12 сообщить.